Уважаемый Тлектес Исабаевич, примите сердечные поздравления со знаменательной юбилейной датой возглавляемого вами университета. За последние годы Казахскому национальному аграрному университету удалось добиться серьезных успехов в области аграрного образования, благодаря которым он занимает достойное место среди ведущих университетов стран СНГ. И в первую очередь, это ваша заслуга, господин ректор. Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня ваш университет является современной образовательной организацией со всеми присущими ему качествами. Широкий спектр аграрно-индустриальных специальностей, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современные образовательные технологии, внедрение инновационных образовательных программ, включая тесное сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, интеграция в международное образовательное и научное сообщество. За прошедшее время университетом было подготовлено большое число высококвалифицированных специалистов, работающих в аграрной индустриальной системе, что безусловно способствует дальнейшему укреплению и развитию сельского хозяйства в Республике Казахстан. В день вашего юбилея от себя лично и от лица всего коллектива Государственного аграрного университета Молдовы хочу пожелать коллективу вашего университета процветания, больших творческих достижений, смелых проектов и новых открытий, а также дальнейшего тесного сотрудничества между нашими вузами. С юбилеем вас, дорогие коллеги!